Первый турнир по спортивной гимнастике «Стритович Кап» прошел в Звенигороде 21 декабря. За именные награды олимпийского призера Рио 2016 Ивана Стритовича боролись более 60 начинающих спортсменов из разных регионов, в том числе и Одинцовского округа. Для молодых гимнастов участие в турнире – это не только заслуженные награды, но и бесценный соревновательный опыт.